Приветствую, дорогие друзья! Вы смотрите канал Финты WordPress, и с вами Артём Абрамович. Сегодня воскресенье, как обычно, видеокритика сайтов. И на критике у нас сегодня сайт idealtourist.ru. Пока сайт загружается, я напомню, что на критику вы можете записаться на страничке моего сайта. Ссылочка будет и под видео, и в конце видео. А теперь давайте сайт посмотрим. Не знаю, я вчера его лазил. Часа два, наверное, на нем ковырялся, смотрел. Ну, не нашел я к чему придраться. Ну, реально, сделан уже настолько качественно. Ну, редко такое встретишь, чтобы вот прям вот красиво было. Видите, да, тут рубрики, тут с картиночками и все дела. Единственное, что вот меня напрягло, единственный момент, точнее два момента, да. Первый момент, что вот все-таки картинка вылезает на каждой странице. Ну да, картинка красивая, конечно, авторская, но не вижу я смысла ее загружать именно на каждой странице. Или ее имеет смысл сделать как-то фоном, вот как вот здесь вот идет вот эта вот волна, да. То есть и здесь ее как-то поместить фоном. Ну или, ну, грубо говоря, задача-то какая? Задача простая, сделать именно шапку меньше размером, чтобы она, допустим, на странице, ну вот я захожу на статью, да, и чтобы шапка была меньше, а не занимала треть экрана. По крайней мере, на моем ноутбуке, да, у меня простой 15-дюймовый ноутбук, вот на нем она занимает треть экрана. Понятное дело, что если будет монитор больше, это будет не так смотреться, но на малых экранах это смотрится именно так. Причем, ну вот, да, то, что на мобильниках оно вроде как и по-другому смотрится. Вот я свернул экранчик, вроде как нормально. Но, может быть, имеет смысл сделать именно так, чтобы она на записях именно выводилась, типа как в мобильной версии. Это будет, на мой взгляд, лучше. И второй момент, смысл какой использовать. Ну, я посмотрел. То есть надо, здесь, я как понимаю, для обратной связи используется Contact Form 7. Но тогда надо или его оптимизировать, да, то есть чтобы скрипты этого Contact Form 7 загружались только на одной, на нужной странице. Или, ну, сделать какую-то форму простую, более-менее простую форму. У меня есть даже видео на эту тему, как ее сделать, запилить. Ну, не имеет смысла из-за одной формы использовать настолько мощный комбайн, как Contact Form 7. Вот, в принципе, и все, да. Больше я не нашел к чему придраться, честно говоря. Больно тут так вот все. С одной стороны, с другой стороны, но вот единственное, меня вот скорость еще смущает. Хотя я померил, вроде скорость нормальная, но все равно вот как-то, не знаю, как-то загружается, что ли, он как-то так все равно медленновато для такой скорости. Ну, то есть это вот статья, да, сделана в виде презентации. Ну, не знаю, может быть, кому-то надо. А вообще здорово, и написано, кстати, здорово. Мне понравилось, я тут почитал, посидел, поковырял. Единственное, как-то вот еще момент, который я вот сейчас увидел, да, это, ну, как-то привычный функционал отсутствует, это вот похожие статьи. Ну, понятное дело, предыдущее, следующее, может быть, оно и надо, но похожие статьи что-то как-то... Ну, это уже, да, то есть это такой функционал, который по желанию, то есть может быть, может не быть, это уже дело десятое. Вот, вот такой вот сайт, интересный такой сайт, идеальный турист, есть что почитать. Единственное, по-моему, обновляется он как-то не очень часто. Да, вот, кстати, а на главной где статьи-то? Что-то главная какая-то не это, ни уму, ни сердцу. Ну, понятное дело, что тут о нас, а вот здесь вот открытие сайта и новости сайта. Последнее обновление было в августе. Ну, как-то... Я бы кроме новостей сайта еще бы рубрики вывел. Вот эти вот, они красиво смотрятся. Вот эти рубрики я бы тоже на главное вывел. Это было бы тоже красиво, удобно и уместно, скажем так, да, именно на главной странице. Хороший сайт, хороший текст, хороший дизайн. Все хорошо, сайт будет развиваться, если вовремя его наполнять. Ну вот так вот, да, на этом у меня все сегодня. Еще раз напоминаю, что записаться на критику можно на моем сайте или в паблике. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.